Смотрите в пятницу, 24 февраля, на телеканале «Самара ГИС» программу «О животных хочу домой». Вы увидите видеовизитки. Четырем собакам нужен свой дом и ответственный владелец. Хит визиток. Очаровательной немецкой овчарке нужен срочно дом и свой хозяин. Была активной и здоровой, но трагический случай – инвалидная коляска. Она не упала духом. Надежда Панина помогает не только людям, она стала собаководом и волонтером. И гость студии – человек редкой профессии, военный кинолог, начальник кинологической группы управления Росгвардии по Самарской области Айрат Хафизов. Кто такой военный кинолог, как им стать и мешают ли бродячие собаки работе кинологов с собакой? Обо всем этом смотрите в программе «Хочу домой» на телеканале «Самара ГИС».